Всем привет! Меня зовут Галина, мне 26 лет. Я работала с 14 лет в торговле. Последнее мое место работы — это был ресторан Burger King и детский сад. По совместительству я была еще и мамой своего одного ребенка, потому что второго моего могло и не быть. Как у меня все произошло? Была внематочная беременность, я очень-очень хотела детей, потому что у нас вообще семья всегда большая, там от 3 до 5 детей. Я всегда считала, что у меня тоже будет 5. Но, видимо, была не судьба. На тот момент у меня была внематочная беременность, после этого удалили трубу, и 4 года я не могла никак забеременеть. Уже после этого сказали, что больше никак, что непроходимость маточной трубы. Предлагали ЭКО. Мы с мужем записались на него, но он был категорически против, потому что он всегда надеялся, что у нас все получится естественным путем. Но все равно время шло, ничего не получалось. Все равно мы пробовали различные, ходили там к чудотворцам, молились и так далее. Ну, ничего не помогало, да, так же, как и медицина, в принципе, уже и отказалась. А на тот момент просто очень повезло мне, благодарю вообще судьбу за то, что познакомилась я с компанией Tiens, и благодаря продукции, которую мне порекомендовала врач-гинеколог, через 3 месяца я ощутила такие симптомы беременности, но я не поверила сразу, потому что врачи же сказали, что как бы забеременеть уже не получится, уже радуйся, что хотя бы один ребенок есть. Ну и сделалась тест, 2 полоски показал. Когда пришла к гинекологу, он мне не сразу поверил. То есть мы ждали 12 недель, постоянно, почти каждую неделю мы делали УЗИ, да, чтобы не была мертвой, не была повторной внематочной. Вот, ну, слава богу, я теперь мама 2 детей. Моей младшей дочке уже в ноябре будет 3 годика. Я очень счастлива. Ну, тоже был единственный момент, когда ко мне в роддоме подошла педиатр и сказала: крепитесь, но у вашего ребенка под вопросом врожденный порок сердца. Ну, как считаете вообще, что для матери услышать такое? Ну, для меня это было очень тяжело, потому что у меня сразу нарисовалась картинка о том, что мой ребенок не сможет бегать, прыгать, танцевать, там, не знаю, заниматься. Может быть, она у меня спортсменкой захочет стать, да? Но для нее это будет дорога закрыта, потому что нагрузка на сердце, ну, она противопоказана. Всегда это может быть последним. Также к кардиологу ходили, на учете состояли, и в месяц нам врач сказала, что ребенку никаких лекарств давать сейчас нельзя, потому что маленькая, больше можно навредить, чем пользу, да, принести. И снова обратилась к тому же врачу, который мне порекомендовала при моем бесплодии продукцию Тиньши. Мне сказали всего 2 продукта давать ребенку, это детский кальций и кардицепс. И на протяжении года я ей давала эту продукцию понемножку, но системно. И знаете, в 1,5 года дочку мою полностью сняли с учета кардиолога. Сейчас мы уже 2 года, почти уже 2 года, да, абсолютно не нуждаемся в помощи врачей. Она у меня активно развивается, она бегает, прыгает, достает своего старшего брата. Вот, поэтому мы очень-очень счастливы, благодарны продукции компании Tiens. А что вообще я принимала, когда рекомендации у меня были? Это был чай. Это был хитозан, кардицепс, омега, потому что витамин Е, и цинк. Самое главное, да, что вроде как репродуктивность. Муж противился, конечно, но поддержал. Вот. И знаете, если у кого-то сейчас стоит вопрос о том, что не можете забеременеть, но очень хотите, возможно, вы уже перепробовали большинство способов, уже, может быть, опускаются руки. Друзья, попробуйте продукцию компании Тиньши. Возможно, именно она сейчас вам может помочь в этой проблеме. Так же, как она когда-то помогла мне. На самом деле, у меня еще очень много результатов, поэтому смотрите за нами, наблюдайте. Всем спасибо, пока! Мой самый главный человек, благословляю ту случайность.